Так, Сатурн. Похож? Ну, резкость, наверное, где-то так. Так, 23-33, 8-е еще. Сентября 2000. Год. Ладно, не будем тратить много времени. Попытался я поснимать. Сейчас Юпитер еще покажу. Попытался я поснимать сегодня. Туманность Андромеды. Да что ж такое? Не срослось. Не хватает светочувствительности. Ёлки-моталки, мы что? Сейчас еще и даже по Юпитеру не попадем. Что за новости? А вот он. Вот он наш золотой. Так, это Запорожская область. Возле города Орехов. Это я музыкальное сопровождение комментирую. Я не знаю, будет его слышно или нет. Так, до Сатурна у нас 1 300 000 000 км. А вот до Юпитера 633 миллиона. Практически рядом. Уменьшаю выдержку. Ну что я вам скажу, ребятки, девчатки. Сейчас ISO 125. Экваториальные полосы я вижу на Юпитере. Ну, конечно, совершенно выдержка 1 к 125. Ну, я в окуляр-то вижу. Вот Каллисто. Дымка все-таки, может, поэтому я и туманность Андромеды не видел. Ладушки. Сейчас, может, попробую снять. О, с большим ISO. Но пока все.